Всем привет! Я спою песню, которая называется «Визит», а вместо эпиграфа один из любимых анекдотов. Алло, это ты моя рыбка? Нет, это владелец аквариума. И вам шалом, входите прямо в эти двери. И хорошо, что вы без шляпы и плаща. Не надо слов об уважении и доверии. Поговорим о существующих вещах. Вот кабинет, войдем и станем на пороге. Я вас довольно ненадолго задержу. Мы с вами виделись в хоральной синагоге. Я больше в эту синагогу не хожу. За ваш визит жена мне пару раз мигнула. И дочь напомнила каких-то 8 раз. И раз 15 очень скромно намекнула на чувства нежные, что зрею среди вас. Я буду вежливым, хотя замечу сразу, что делать вежливость мне будет нелегко. Меня устроил бы обычный зять Шлемазл, но до Шлемазла вам ужасно далеко. Весь город знает, как вы крутите делами, но я-то знаю, это грязные дела. Душевно сопереживаю вашей маме, что таки вас так неудачно родила. Я к нежным чувствам понимание имею и дочку выдать собираюсь все равно. И я согласен на Шлемазла, Гоя, Гея, но не согласен на такое вот, как вы. А вот теперь пойдите вон из кабинета, себе невест ищите где-нибудь в хлеву. А что жена и дочь сживут меня со света, так это я не в первый раз понимаю.